Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Ну что, вас уже можно поздравить с началом учебного года или посочувствовать. Когда наши дети только получили компьютеры и зарегистрировались для того, чтобы получать информацию от своих учителей, я выставила эти фотографии на Фейсбуке и назвала их «Первый школьный день». То мне стали писать поздравляем. Я сказала, может быть, все-таки посочувствовать. И только один человек мне написал, что да, действительно, то компьютер не работает, то пароль не тот учитель дал, или выбивает интернет, и 5 часов дети проводят за компьютером, то, конечно, тут поздравлять не с чем, только сочувствовать. Но сейчас не об этом. Есть те, которые все-таки вернулись к нормальному школьному обучению. И это видео для вас в первую очередь, ну и также для тех, кто, возможно, работает или ходите вы в магазины, естественно, мы все ходим в магазины. И хорошо, если мы будем все равно придерживаться каких-то мер предосторожности. Потому что если не вирус, то какие-то бактерии или человек не совсем опрятный, возможно, трогал те вещи и предметы, которые вы приносите с магазина. Или где-то на работе вы работаете в таком месте, что ну, не совсем все стерильно, не в хирургии, да, как говорится. И всем нам нужны вот эти средства антибактериальные для того, чтобы предохранять себя и свое здоровье, и ничего на себе не принести, и ничем не заразиться. И я бы хотела сегодня всем вам порекомендовать пользоваться этими антибактериальными средствами, которые безопасны. Потому что много слышала отзывов о тех средствах, которые продаются в магазине. Во-первых, они подорожали очень сильно, а во-вторых, это очень вредные средства. Мало того, что они сделаны на основе спирта, спирт очень сильно высушивает кожу, кожа начинает трескаться, лопаться, шелушиться, а тем более, если кто-то любит пользоваться этими средствами очень часто, то еще больше вред вы наносите своей коже. И вы убиваете те полезные слои на своей коже, которые должны присутствовать, потому что, ну, если мы будем убивать все то, что полезное, то наш организм просто окончательно разучится бороться со всякими вирусами и инфекциями. Итак, сегодня я хочу рассказать вам о средствах обеззараживающих, которые распространяет компания Мелолука. Давайте мы начнем, наверное, с самого большого такого флакона. Здесь у нас 473 миллилитра и 97% основано на растительных ингредиентах. Цену я напишу потом на экране. Естественно, таким пузырьком пользоваться неудобно, потому что он идет без дозатора, просто вот такая большое такое горлышко, им пользоваться неудобно. Поэтому я пользуюсь вот таким маленьким флакончиком. Сюда вмещается 70 мл и хватает очень надолго. Запах очень приятный. Кто-то мне писал, я не помню, что запах не нравится. Мне запах нравится. Все то же самое, просто маленький флакончик, дорожный такой вариант, который очень удобно брать с собой. У меня он постоянно стоит в машине. Но в одних из своих видео, мне кажется, в последнем видео, я показала, что я заказала для своих детей вот такие салфетки. Здесь 20 салфеток, размер 12,7 сантиметров на 17,8 сантиметров. Сегодня я как раз больше акцент хочу сделать на это. Очень удобно брать куда-то с собой и всегда держать в своей сумке, в машине, даже в кошельке. Посмотрите, вот такая небольшая салфетка. Очень удобно всегда, даже в кармане это удобно держать. Вышел с магазина, сразу же руки протер. Салфетка, сейчас я открою даже ради вас одну, чтобы показать по размеру. Салфетка пахнет точно так же, как и вот эти санитайзеры. И размер ее довольно-таки немаленький. Для того, чтобы... О, себя закрываю. Для того, чтобы протереть руки, вполне достаточно. А запах точно такой же.
я только что привезла Эвелину и сидела в своей машине, и была еще и сегодня в магазине, руки, вернее, руль не протирала, руки протирала, а руль не протерла. Поэтому, в принципе, можно это сделать и сейчас. При вас я сейчас и сделаю. Посмотрите, все, мне полностью хватило, чтобы вытереть мои руки. Кстати, нашла такую информацию на веб-сайте Милолука, что эти салфетки биоразлагающиеся. То есть вы не просто где-то выбросили ее, да? Ну, я надеюсь, что вы не выбрасываете это на улице. Вместе с мусором выбросили, то эти салфетки разлагаются. Но даже если вдруг пользовался ваш ребенок где-то на улице, и она выпала у него из рук, возможно, кому-то это не понравится, но не будете же вы ее поднимать, то она со временем и в очень скором времени она будет разлагаться, то есть она не будет как пластик засорять нашу планету Земля. То есть компания Милолука предусматривает и переживает даже об этом. Чтобы мы не засоряли Землю, чтобы мы бережно к ней относились, они придумали вот такие салфетки, которые разлагаются. Что в нее входит? В первую очередь в нее входит спирт природного происхождения. Да, запах спирта присутствует. И масло чайного дерева, Милолука Oil. И благодаря вот этому маслу чайного дерева и спирту, который природного происхождения, эти средства обладают способностью, вот здесь написано 99,99, убивать микробы и бактерии. С помощью этих дезинфицирующих салфеток, естественно, вы можете защитить всю свою семью. Не только себя, но и очень удобно это давать детям. Я не знаю, как у вас дети пользуются вот такими средствами для обработки рук. У меня Тима вообще не любит этим пользоваться, а Эвелина пользуется за двоих. И если ей давать вот такую бутылочку, если ей дать, да, то, сами понимаете, расход будет огромнейший. Поэтому, когда они выйдут в школу, на что я очень надеюсь, я просто буду ей ложить вот такую одну салфеточку в ее сумочку с обедом, и она перед обедом может просто протереть руки и все. Есть такие, которые очень равнодушно ко всему относятся, а есть такие, которые очень болезненно все это воспринимают. Вот моя дочь одна из таковых. Если вы когда-либо нюхали свои руки после того, как обработаете спиртом, то такой, знаете, резкий спиртовой запах. Здесь сейчас такого нету. Очень нежный, мягкий, освежающий аромат. И руки очень мягкие. Такое впечатление, что вы их помазали или лосьоном каким-то, или каким-то маслом, потому что очень мягкие, и даже не скажешь, что вы их обрабатывали каким-то средством, купленного в магазине. Даже когда я обработаю руки вот этим средством, как гелевым, нет такого ощущения мягкости кожи, как от салфеток. Мне очень понравились салфетки. Я не знаю цены этих салфеток, я уже не помню, тоже напишу на экране, но я сейчас посмотрела, заходила на веб-сайт и увидела, что в данный момент их в наличии нет. Но вы периодически проверяйте для того, чтобы в один день вы их смогли купить. Очень удобно и очень классно ими пользоваться. И эти салфетки сделаны из древесной массы, поэтому они и поддаются биологическому разложению, что делает их более экологически чистыми. Не только полезными, да, но еще и экологически чистыми. Если баночку всегда нужно держать так, чтобы она была в вертикальном положении, потому что у меня уже был такой случай, когда баночка у меня перевернулась, я вовремя это не заметила, и все мое, весь мой гель вытек в сумку. Мне, кстати, стало очень интересно узнать, что же это такое спирт природного происхождения. И на веб-сайте я не нашла. Я внимательно посмотрела эту коробочку, и я нашла эту информацию. Спирт взят из кукурузы. И еще такая очень интересная и полезная информация, которую нужно знать, если вы будете пользоваться этими салфетками, что желательно их не класть на какую-либо поверхность, потому что они могут поменять цвет этой поверхности. Поэтому будьте осторожны. И я не знаю, уйдет это пятно или нет, но здесь так предупреждают, что может поменять цвет. И еще хранить нужно при температуре
не выше 110 градусов по Фаренгейту или 43 градусов по Цельсию. Поэтому, если вы ездите на машине и в течение какого-то времени оставляете свою машину закрытой, температура поднимается в машине огромная. Поэтому эти салфетки нельзя оставлять в машине. И эти гели желательно не оставлять в машине. Но я это делаю, я оставляю окна открытыми в машине. А вообще нельзя, потому что они имеют способность взрываться, так как сделаны на основе алкоголя. Какой бы это ни был, но это спирт. И есть такие уже видео в интернете, и фотографии я видела, что люди оставляли антибактериал, вот эти дезинфицирующие средства для рук в машине, и из-за того, что высокая температура, спирт, баночки просто взрывались и повреждали машину. И несмотря на то, что компания Melaleuca очень строго следит за тем, чтобы вы как можно более натуральным средством пользовались, но имейте в виду, что любое средство, даже самое супер-мега-натуральное, нужно хранить подальше от детей. Если вдруг так случилось, что ваш ребенок по неосторожности или по любопытству вдруг хлебнул какие-то чистящие средства или дезинфицирующие средства, ну, всяко в жизни бывает, никто от нас, из нас от этого не застрахован. Есть такие очень шустрые дети, что ты просто за ними не уследишь. Если вдруг такое случилось, то, естественно, сразу же нужно звонить в центр по отравлению, и они вам дадут необходимые рекомендации, что нужно сделать до того момента, когда приедет какая-то помощь, если есть в этом необходимость. И последнее, что скажу, что если ребенку меньше, чем 6 лет, то желательно, чтобы он пользовался под присмотром взрослых. Опять же, есть разные дети. Если вы чувствуете, что ваш ребенок вполне может пользоваться этим средством самостоятельно, гелевым или салфетками, то это уже на ваш страх и риск, если ребенок меньше, чем 6 лет. Потому что если вдруг что-то случится, они обязательно спросят возраст вашего ребенка. И если ребенку меньше, чем 6 лет, то, естественно, это уже на вашу ответственность. Они вас предупредили. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если вы живете в Америке и еще не являетесь подписчиком компании Melaleuca, обращайтесь ко мне, я вам с этим помогу. Но сразу же предупреждаю, что в компании Melaleuca регистрация платная, примерно $20. Бывают очень хорошие месяца, когда они предлагают подписку за доллар, но в среднем годовая подписка $20. Но это немного, в принципе, потому что если вы живете в Америке, то вы знаете, сколько в BJ's стоит ежегодная оплата, сколько в Costco или в Sam's Club, сколько это стоит. Это очень дорого. То $20, в принципе, это $1.5 на месяц. Это в принципе, недорого. Но единственное, что вы должны знать, я вас сразу же предупреждаю, что вы должны будете покупать продукцию компании Melaleuca ежемесячно. Это, конечно, очень неудобно. Есть те компании, где вы можете заказывать хотя бы раз в год, чтобы компания сохранила ваше место за вами. Но в компании Melaleuca вы должны заказывать продукцию ежемесячно. Но поверьте мне, всегда есть что купить, всегда есть что заказать. И всегда у них какие-то или новинки, или распродажи, очень хорошие акции, не хочется их пропустить. Я покупаю очень часто продукцию для каких-то мероприятий, ну, например, подарки учителям или кому-то на день рождения. То есть я всегда нахожу, что купить ежемесячно. Ну, сейчас я с вами буду прощаться. До новых встреч, до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Всем здоровья, всем благополучия, терпения, мудрости и всего самого наилучшего. Всем пока!